ходе планового рестайлинга кроссовер DS7 лишился приставки Crossback в названии, зато обзавелся фронтальной светотехникой DS Pixel LED Vision. В каждой фаре 84 светодиода, которые бьют на 380 метров. Прочие инновации сводятся к стандартному набору декоративных доработок, хотя и среди них есть интересные решения, опять же касающиеся света. Новые ходовые огни DS Light Veil, то есть легкая вуаль, из 5 светодиодных полос с каждой стороны бампера. А еще внимательный глаз отметит новую решетку, заднюю светотехнику и форму пятой двери, получившей новые выштамповки и декоративные накладки. Бензиновые версии с моторами мощностью от 130 до 225 лошадиных сил теперь можно купить только за пределами Европы, а в старом свете все еще доступен 1,5-литровый дизель, хотя в центре внимания, конечно, гибридные версии. У всех турбомотор 1.6 и 110-сильный электродвигатель. Переднеприводная модификация развивает скопом 225 сил, полноприводная выдает уже 300 за счет второго 112-сильного электромотора на задней оси. А вот на вершине линейки отныне находится модификация мощностью 360 сил. А 300-сильной версии новинка отличается настройками, которые и позволили нарастить отдачу. В гонке 6 часов Монцы состоялось боевое крещение болида Peugeot 9X8, с которым французы вернулись в гонке на выносливость после 11-летнего перерыва. В квалификации одна из машин показала пятое время, а вот в самой гонке дебют вышел не очень удачным. Первая машина сломалась через полчаса после старта, вторая протянула 3,5 часа. В целом чемпионат ВЕК пока показывает превосходство старой категории LMP1. Гонку снова выиграл Alpine A480, то есть переименованный, утяжеленный и придушенный прототип Rebellion R13 четырехлетней давности, за которым не смогли угнаться свежие гиперкары Toyota. А пятый участник категории, американский Glickenhaus, сошел из-за поломки турбины. Что же касается Peugeot, то это всего лишь первый боевой старт. Напомним, что 9X8 — это полноприводный гибрид, где заднюю ось крутит бензиновая шестерка, а переднюю — электродвигатель, причем общая отдача установки в 680 сил ограничена правилами.